А ты что? Стесняешься? Да не привык, такого времени не было. Не стесняйся, Костик. Ты даже так хорош. В кто? Резиновых сапогах. А, Костян? А этот все не награбается. Костян первый парень на деревне, елки-палки. Ты мне братуху моего сзади напоминаешь. Ага. Там, кстати, этот, ты что, уже снимаешь оператор? Да. Да ты что? Друзья, всем привет, с вами Дисклип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Чтобы у всех были братухи. Катюня, к тебе обращаюсь. Саня звонил, Липованский мой брат. Кабанчика закололи маленького. Килл на 250. Так что он мне хочет вам ляшечку одну заднюю в субботу передать. Кабанчика или поросеночка? Какая разница? 250 килограмм. Это хренатина такая. Свинятина. Ну, они кабанчиком называют. Угу. Кочеляшка задняя приедет. Угу. В субботу. Мы же в ресторане снимаем суп узбекский 3 в 1. Удобно будет встретить нам на вокзале? После, если он там посадит на Свилково на 3-часовой, на ночной. Часов 7-8. А почтой нельзя передать ножку? Кабанчика? Да. Это я не подумал. Вот подумай лучше, потому что в субботу вряд ли. Ладно, значит, почты. Ты ж, ладно, земелька моя любимая, извини, родненькая. Я к тебе вернусь попозже, у меня есть там дела и поважнее. Ты шо она копается, Катя? Смотри. Хлобысь, научить тебя? Вот я вчера так аккуратненько начал. И сегодня дождь, не дождь, аж не хочется останавливаться. Скажи мне, а когда копаешь, сорняков меньше? Слышишь, я что хотел сказать? Ты не задавай в прямом эфире такие глупые вопросы. У нас Елисей есть? Да. А это что? Земля. Елисейские поля. Эх А-а-а. Ты, мамаша, идем, я тебе лучше что-то такое адекватное тебе научу делать. Костян, Бог помощь. А что он там делает? Кондиционер? Кондиционер. У них, это слышишь? Так это известный человек на всю Украину. С Харькова прислали. У них новые технологии. Прежде чем установить кондиционер, они тебе ливневку чистят. Ну, сервис, что тут скажешь? Костян, скоро в Одессе будет тепло, а благодаря тебе, значит, будет холодно. В доме будет холодно, да. Так что кому надо, вот тебе Костик. О, а там вот сейчас начинается Монька сидит. Сезон кондиционеров. Говорит, кто тут у меня лазит? Непорядок. Смотри. Тебе видно его? Я вообще-то людям хотел за Костика рассказать. Ну ты рассказывай, конечно. А что ж можно говорить, если у тебя в зоопарке в голове, а у меня для людей такие важные информации? Ну, Моня, так куда покраше Костика будет? Ну так Моня кондиционеры не чистит. Ладно, рассказывай. Сейчас твой Моня будет сидеть летом под окном с языком и ждать, пока Костик появится и сделает такие сервис своему кондиционеру. Вот тогда ты запоешь. А меня всегда ждать надо долго. Костика надо ждать долго, потому что катается по всей Украине. Откуда ты приехал и куда ты сейчас едешь? С Харькова в Одессу, потом в Винницу. Винницу. Потом в Киев. Что вы делаете? Добрые дела, больницы там обслуживаете, да? Да, больницы обслуживаем, кондиционеры ставим, вентиляцию сейчас. Не просто волонтер, так еще и человек. Красава. Тебе благодарочка от всех украинцев, наших любимых, родных, замечательных. Так, Катя, с этого момента, а я вообще поздоровался? Да. Потому что вообще отшибло, я тебе сейчас объясню почему. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые нас смотрят. Без вас бы не было бы нас. Ну, как есть. Присылают подарки. Катя, это НЗ. А я и не претендую, жду Марата со Светой. Тамара, Джессика, слюночки, Тамара слюночки, Джессиковна, текут. Джессика Тамаровна, вы видите, я даже не распечатывал. Вот просто пленочку срезал и ждем таки Маратика. Ну все, в этот раз все будет нормально. Даже рассол после ваших помидор не хочется говорить ему давай до свидания, а хочется его использовать. Липование это что? Знаешь, они что с рассолом делают? Пьют. В юшку добавляют. А-а-а. Можно в рыбку. Вот сегодня будем готовить толстолобика. И что, туда добавишь? Так и да. А значит, распечатаешь? Так и нет. Тогда сделаю по классике. Ладно, ты успокойся, баб Катю дай наберу. Баб Катя, родненькая, да доброе утро, да? Что, как дела на привозе? Нема ни толстолоба, ни карася? Купили уже всего? Ёшкин ты кот. Да не, мне не надо, просто хочу сказать, что у меня есть. Все, да люблю, да целую, да, всем липованам привет.
Эх ты, оператор. А я сказал спасибо спонсорам. Их немного, ребята, но всех просто от души благодарю. Просто добрым людям. А я шо ж... Шо выпало? Икра карасевая. Вот сервис в Одессе, ты понимаешь? Катя, так мы что, не за толстолоба делаем или за карася? Это из моего ресторана передали тебе. Серьезно? Да. Нифига себе кабанчики сегодня. Ты видишь, Сереженька? Ёшкин ты кот. Инь и янь. Это я позаботилась о тебе. Приятно тебе? Слышишь, меня вот в тебе этот талант хвали. Тихо-тихо, клюет. Клюет. Подсекай. А пока молчит. Так ты что, дергала? Ну, дергала, это одно. Так что ты там про мой талант хотел сказать? Твой талант, хвали меня, мой рот, я уже таки не сильно полюбляю. Слышишь? Ну вот как рыбу меряют рыбаки? Какую поймал? Вот такую? Ребята. Так ты же рыбак. Смотри. Ой, ну зачем на себя раскладывать? Ну мне ж потом это стирать придется. Да я тебя умоляю, если бы ты еще руками стирала. Ты видишь? Ё-моё, по колено. Ребята, чтобы у всех был по колено, да? Карась в доме. И оператор ваш таки будет довольна. Вот это да. Нет, это я пожарю сейчас там Костика угощу, короче. Они же там в Харькове, извините, не знают, что такое вкусный карась. И к нам в Одессу приезжают. Так мы с Костиком и познакомились. А я сегодня исполню свою давнишнюю мечту. Слышь, ну я здесь даже не буду прикладывать. Тут просто тупо по пояс. А? Толстолобчик на 5 килограмм. Замаринуем, ребята, лучший закусь. Вот век на лодке не кататься, чтобы вы мне были здоровы. Лучший закусь под любую еду. Солонина, ты говорил? Можно и так сказать, да. Маринуется элементарно. То, это, немножко этого добавил, полежало сутки полторы, достал и будет вам праздник. Так что оставайтесь на канале, смотрите, особенно любители рыбы. А, и хейтеры, чтобы вы были здоровы. Сегодня опять рыба. Таки welcome, ёшкин ты кот, у Липована дома. Ага. Чтобы вы нам были тоже здоровы. Так, я все сказал. Шаолинь. Сейчас ждет немножечко этот. Поза цапли. Хотел тебе показать, но покажу вечером, когда все разойдутся. Ребята. Ты уверен? Я не знаю. А что думаешь, сил не хватит? Не, сил-то у тебя хватит. Это ну ты успокойся, да нечего меня провоцировать, а то сейчас мы бросим съемку. Я тебе сейчас начну йогу показывать. Ты знаешь, что это? Догадываюсь. Это мечта моя. С 2021 года. Вот чем хорош Ютуб, Ютубчик, благодарочка. Что, видео запустил, и они как в бездонном океане, или как это, в безбрежном море. Ладно, как в космосе, короче, все время там летают. Наши подписчики увидели старое видео, оно на самом деле старое, 2021 года. Там, где я увидел зонтик, блин, проболтался, как говорит баба Катя, что ж ты, говорит, секреты на весь телевизор рассказываешь? Елки ты палки. Короче, я увидел это чудо. И он мне так понравился, и мы его не купили. А на следующую барахолку пришли. Ну, как обычно, после наших видео люди ходят по нашим местам, кому что интересно, присматривают, и уже идут наверняка и забирают. И мы пришли, и зонтика этого не было. Я так расстроился. Боже мой! Как это? Аж 3 года. Горевал. А ну-ка. Это такой шедевр. Я теперь один такой в Одессе. Слушай. Костян не гэпнулся? Я думаю, что... Еще пока нет. Профессионал, елки-палки. Зеленый такой? Так, ты же помнишь, такой же зеленый там и продавался. Мне кажется, был рожевый. Зеленый? Да. Катенька, это такой... Я тебе хочу сказать, что не у каждой ейши есть это такой. Это для моего чайного домика. О, боже мой. Ты посмотри, красота. Что это... Это просто, я даже не знаю, словами не передать. Просто какой-то один большой балдеж. Чпунь. А? Я всегда хотел так сделать. А еще я с чего катану достал? Руки не хватает, даже не знаю, в какую сторону. Ё-моё, подержи зонтик или как-нибудь. Вот это да! Старинный такой пипец.
ты будешь ей эту рыбину? Да, только буду я разделывать сегодня очень просто и не торопясь. Как шум ветра, как лучи восходящего солнца, этот меч будет красиво кататься по незабываемому мясу нашего толстолоба. Публик, Доди какой-то, елки-палки. Короче, сейчас как дам, смотри, ты подбрасываешь толстолоба, я делаю ловких-неловких пару движений, и уже рубанные кусочки падают куда-нибудь. Ты хотел воду поставить? Я вообще-то хотел зонтик показать. И что? Шедевр? Шедевр. Друзьяки, спасибо огромное. Спасибо, мои родные. Как это? Да нам, мне, как это? Вообще, мне, всей нашей семье с самого детства всегда помогали люди. Боженька, спасибо тебе, что посылаешь вот таких замечательных людей. Радости просто нет предела. Так что, извините, ну, плещется оно из меня. Вот это счастье я вам и дарю. Будьте мне здоровы. Эх ты. Доброе утро. Привет. Привет. Так, ты спала? Проснулась? Это вот сюда. Ты моя принцесса красивая, руки порисованные. Художница мамина. Так. А ножей подоставал, как будто бы на привозе рубщиком работаю. Приемно. Люк, что ты там лижешь? Рыбу. Он же ребенок. Ой, жеребенок. Он же собачонок. Скажи, маленький, добренький, любимый, я все люблю лизать. Так, давай, быстренько. Первым делом, как сказал бы Марат, надо выпить, чтобы получилось. А? Как тебе, карась, в коллекцию? Красавец. Там вообще просто, смотри, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Сейчас сварим саламурчик. Как сварим? Водичка закипит. Добавим специи. Она, по пропорциям. 2-3 минутки покипит и выключим. Все, холодной потом надо будет... нужно заливать? Нет, тепленькой. А соль, сахар и... И ингредиенты надо в горяченькую добавлять. Катенька, это элементарно и просто. Ну и вкусно, незабываемо. Потом по баночкам, кстати, это будет новая холодная закуска у нас в ресторане. А, извини, в твоем ресторане, откуда ты мне привезла карасей. Миланя проснулась. Шапка слез. Там люди подсказывают не рындануть, ага, а склянку отбить. Ребята, ага, для вас. Так, толстолоб на 5 килограмм. Баночка у меня есть. Литровая. Так я баночек 7 сейчас водички. Сейчас я все это дело наберу и потом детально пропорции расскажу. Да, на литр воды. Главное, чтобы саламура было столько, чтобы покрыло рыбу. Бам-бам-бам. Да может и 5 литров. Литр на килограмм примерно плюс-минус. Так, водичку поставили. Я на глаз примерно, короче, 6 баночек. 6 литров. А, да, 6 литров. То бог его знает, какие ты там баночки наливал. Слушай, не, ну горелочка, конечно, тема. Смотри, маринад какой на литр воды. Соль 150 грамм, сахар 100, уксус 100. Лаврик там 2-3 штучки, горчица надо обязательно по чайной ложечке с кориандром. Гвоздичка нужна 2-3 штучки, это все на литр. Перец черный. Чайная ложечка соль, хватит. Соль, сахар, скажи, сколько? Я сказал. А, уже сказал. Соль 150, а сахар и уксус по 100 граммов, поняла? Послушаю. И перчик душистый, тудой-сюдой. А ну быстро одевай шапку. Тоже штук 5-6. Так, поехали, начинаем. Соль. А ну, на 6 баночек быстренько. 600. Или 150. 150. Соли больше? 150. Ты 900, так долго думаешь? 900 грамм. Почти килограмм. Не хватит. Ёшкин ты кот, подожди. У меня тут есть какая? Вот такая соль.
Катюня, я еще тот математик, так что смотри, пропорции не профукай меня, поняла? Смотри, вся. Ух ты, не хватило 8 грамм. Марат бы в магазин побежал. А вот у тебя есть, добавить. А я скажу, и хватит. А, нет, ладно, сейчас смиру по нитке. Ровно 900. Боже мой, что за молодец. Так, 900 грамм. Закипело уже, Катя, ты понимаешь? Все, сейчас будет быстро. Тихо. Соль уехала. Сахара, ты говоришь? 600. 600 грамм. Тоже не хватит. Откуда ты знаешь? Вижу на глаз. Да я соли добавлю. Ё-моё, 50 грамм. Нема с собой сахара? Ладно, хватит и столько. Да. Что ты дакаешь? Мешалка. Так, горит. Все, считай, что почти готово. Ты выключил уже? Нет, не выключил, сейчас на медленном. Так, лавровый лист где? С привоза я привез. Вот здесь. Два листика на литр. Хватит вот столько, да? Давай считать. Смотри, гвоздичку я уже вот сюда выписал. По две, может, кому нравится поярче, так по три. Поехали. Я бы вот всю ветку положила бы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, на тебе еще, короче, два листика. Так, этот добавляем. Душистый штучек 5 можно. Раз, два, три, четыре, 5 литра. 3, 2 литра. 3 литра, 4, 6 литров. Меня эти граммовки в Одессе держат, елки-палки. Так, это есть. Чайная ложечка, где была, черного перчика. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Есть. Ты там все запоминаешь? Водичку добавил, это добавил. Обалдеть! Смотри. Горчица. Чайная ложечка. Раз, два, три. А у меня есть еще одна. Черная. Так я парочку таких добавлю. Раз. Два. Шедевр. Чефир намечается. Кориандр. Пара-па-пара. Вот и зонтик. Ну, шикарный вид. Кориандр можно будет в ступке чуть-чуть бомбануть. Так, раз, два, три, четыре, 5. Есть. А где это? Ну ты ж только что ее брал вон там. Не донес? Так разрадовался зонтику, что аж... Его не сильно надо, буквально немножечко, пусть он будет лучше целый. Вот так вот хватит. Все. Ага. А карася ты чем солить будешь? Та осталась, не переживай. Так, добавить газку. Я сейчас мешану вот это все дело. И пусть остывает. Вот так вот. А пахнет очень даже ароматно. Ой, Сережка, оно же быхтит. Слышишь? Все. Выключаем. Опача. Ёшкин кот. Вот сейчас он немножечко остынет, чтобы прямо не крутой был кипяток. Я туда пол-литра уксуса плюхну. Все, маринад готов. Потом остынет до теплого. А я как раз... За это время рыбу подготовлю. Правильно? Правильно. Такой розовый, прямо как будто бы барабуля какая-то. Короче, я мариновал толстолоба, опять получился жареный карась. Ёшкин ты кот! Не, а чем еще одессит может харьковчанина удивить? Они же там
ко всему приученные. У них там технологии, город красивый. Костик, я, кстати, ни разу не был, ёшкин ты кот. Съездим. Обязательно. Культурную программу сделаешь, достопримечательности. Ты меня в Харьково, я тебя в Вилково. Да, Вилково. Мне как раз Вилково надо. Серьезно? А что там такое? Там тоже больница? Кондиционер установить. Липомане большие молодцы, ты понимаешь? Вилково, как раз туда поедем. Так. Прямо на площади будешь. Да легко, да легко, как говорят у нас этот. На, ты что там, чем занят? Выбирай себе любого. Да любого, бери первого. И ёшкин ты кот. На, твой любимый. Ой-ой-ой. Так у нас... Сникерс. Я не знаю, слушай, нам бы статистику завести, а? У нас же со всей Ныньки к нам приезжают в Одессу на карася. А какую статистику? С какого города больше карася съели? Мне кажется, что Харьков лидирует. Да, со мной-то. А Днепр? Днепра очень много, Киева очень много, со всей Херсон, Запорожье, везде. Что, садись, кушай, ложись, кушай, иди, заходи, кушай, будь как дома. А я сейчас, мне надо все-таки домариновать толстолоба. Ну а что, может, хлебушка? Чтоб он был здоров. Там огурчики. Костик, будь как огурчики дома, родненький. Соленые есть, что ты? Огурцы соленые здесь. Возьми, ты, а, ладно, иди еще раз, приходи. Дай. Я уже почти подготовил даже толстолобчика, ты видишь? Огурчики. Юрочка, это мы в твою капусту покупаем, потихонечку на базаре покупаем огурчики. И в этот рассольчик добавляем. Они становятся еще в разы вкуснее. А, хотел Костику помидор предложить. Но, извините. Джессика Тамаровна не поймет. Да ладно, Джессика Тамаровна, там... Пол интернета, елки-валки, в шоке. Костян, где он? Пусть идет, забирает. Мне надо все-таки уже стол этот освободить, в конце концов. Костя, выходи гулять. Ну, иди подними, зайди. Думаешь, я? Таран-тан-тадан. Костянчик, на, дерни огурцы, пожалуйста. Бенечка, мальчик мой. Мальчик мой, так. Бенечка. Тоже карасика хочет? Угу. Эй, что за лев этот тихий? Ёлки-палки. Ого, пришел. Да без тебя не будут есть карася, все нормально. Идем. Люк. Что-то как-то... Катюня, ты видела, я еще обнаружил? Прохладно как-то. Прямо вот на этой тропе, где мы гуляем. Обалдеть. Ты поняла? Тут повсюду цветы. Смотри. Слышишь? Вот, а видишь? Что делать? Вот. Ну, быть? Обходите эту территорию. Надо эту территорию пометить в Красную книгу. А ты палочки вот так воткни, как ты втыкаешь там. Катя, судя по тому, что оно здесь прет, у тебя весь огород будет один сплошной ежик. А давай они когда вылезут, мы потом их все упорядочим. Давай, любовь моя, давай. Чиваем. Упорядочим. Упорядочим. Может, надо было больше карасей привезти? Катя, это сковородка 40 сантиметров в диаметре. Чтоб хвост вывал. А сегодня хорошие заехали, да? Ну, кабанчики. Видишь, какие шикарные. Так, цибулю я приготовил. Ребята, немаловажный момент. Возвращаюсь к мариновке толстолоба. Сейчас я его разделаю на кусочки, залью вот этим шикарным маринадом. Кстати, маринад остыл. Можно сказать, что да. Так, куда это? Куда это? А вот сюда. Смотри, что ты говоришь? Здесь пол-литра, да, уксуса. Люк, это пить нельзя. Есть люди маринуют лучок потом. Короче, этот, как бы вы ни делали с луком, потом этого толстолоба спустя полторы суток вы достанете, по баночкам его распихаете аккуратненько. Есть люди вот так вот, слой толстолобчика, слой лучка. Так и надо. И потом аулией заливаешь. Конечно. Катенько. Это надо, если у тебя, допустим, там через два дня аминины и к тебе идут гости. А если ты хочешь, чтобы оно стояло, оно месяц может стоять вот в таком состоянии, масочка залитая. А если оно будет стоять чуть-чуть дольше, ну, лучок со временем, как в маринаде шашлыка, он начинает горечь давать, понимаешь? Первый день он работает на тебя, а потом все остальное работает против. Поэтому я лучок сейчас сюда бахну, а потом голый Вася босый, да, толстолоб будет. Так, 100 грамм примерно отсюда. Все. Не понял, понял, вот она. Боже мой, бальзам какой-то Битнера придумал по-любому только что. Ай-яй-яй.
А гвоздика, что она делает? Слушай, такой маринад прибьет запах тины даже у самого ярко выраженного вонючего толстолоба. Ну, есть такие. Ёбы ВГД, ну что за праздник, что за прелесть, что за радость этот ваш карась? Прямо не рыба, а счастье. А, я ж стою, короче, Костян. Вот что значит харьковчане. Я сейчас объясню, за что я говорю. Угу. Нам же с Харькова приехали бутылки и этот чехол. Что? Сидит, дегустирует. Ты что думаешь, он лежа будет есть или что? Кушай, приятного аппетита. Приехал этот чехол с Харькова. Какой чехол? Вот этот. Ага. А там записка. Чтоб Лексус не мерз. Я же первым делом подумал, нам же в Лексусе тогда презентовали Мишку, игрушку. Я подумал, для него. Да это на рычаг переключения скоростей. Ты тоже знаешь? Ну, конечно, знаешь, тебе сразу сказал. Да я что, один ну, конечно, из Вилково? Да, ты что, только кроме пардонте. Про карасей ни о чем не думаешь. Да, ну, вот... и еще кое о чем. А чтоб они никогда не заканчивались? Конечно. То размножаться надо, понимаешь? Надо, конечно, надо. Надо. Что, ты будешь кушать или будешь просто залетать? Нет, давай засолим рыбу, и я пойду заниматься тем, чем я хочу заниматься. И кушать. А чем ты будешь заниматься? Лягу на диване, буду лежать, как всегда. Ну да, что ты еще умеешь? Ладно, ты меня забегала, любовь моя. Как вон люк, вот так вот, клубочек свернусь, и как лягу, как лягу. Я про цибулю сказал? Да. Что я ее добавлю сюда? Да. А есть те, кто добавляет туда? Да. Вот так вот вкуснее. Да. Пойдешь за меня? Да. Ты что? А я не успела услышать. Вернее, ты сказала одновременно со мной вместе с «да». Ладно. Нет. Ты так громко дакала, что я думаю, что никто, наверное, не услышал. Ёлки-палки, вот что мне делать? Ну я же хочу вот эту катану выгулить. Сереж, ну ты что? Катя! Ты серьезно будешь этим делать? А что ты думаешь? Давидка! Я сюда баловаться пришел? Давидка! Смотри, что он придумал. А ты будешь ей пилить? Я хочу. Чтобы лето не кончалось. Ё-моё, что она делает? Ёлки-палки. Катя, а как удобно. Ты думаешь? А ну, еще раз. Я могу рыбу разделывать, даже не знаю, что за рыба, понимаешь? Вот так вот стоять. Ах ты, Любчик мой лупоглазый. Он прямо рвет? Нет, рвет, то и как это, из-под седла, то про ваше племя. А это именно режет. Ты понимаешь, какой хороший нож? Ну, японцы все нормальные так делают. Сереж, ну нож – это громко сказано. Это же не нож. Ты посмотри. Просто кончиком. Песня? Да вообще просто. Ёлки-палки. Все, бросаю ты, карасей. Ты каждого... В раздельщики пойду этих тунцов. Я думаю, что после этого видео, Катюша... Все придут пробовать. Не все придут. Мы, наверное, с тобой расстанемся. Чего? В Японию меня заберут. Что, зонтик у меня есть? Считай, что муж для гейши готов. Рыбу разделывать умею. Угу. Ну так что, тебе собрать чемодан? Да не торопись, мне еще не позвонили. Сайонара. Еще скажи, что ты на Лексусе поедешь. Че ты ржешь? Он тоже японский, если что. Мой. Да уж. Ну, то не важно, Сережка. Ты тоже мой, между прочим. Никуда не поедешь. Ладно. Побаловались и хватит. Ты меня лишила вот это вот удовольствие. Все? Ты про мои мечты? Попасть в Японию? Да, все. Мечтать никогда не вредно. Накрылись медным тазом. Ну, хоть яблоко возьми, разруби, что ли. Ладно, у меня есть другая шпага. С ней ты куда поедешь? Катя, хватит меня троллить, слышишь? Что-то как-то ты так быстро
Передумал. Наигрался? Да. Да умеешь ты вот это вот. Обломать, да, называется? Да. А я думала, что его делают с костями. Мне так казалось. Кости можно и на холодец отправить. На уху. Ой, на холодец. На... И на уху, да. Ну, дай по-другому, где у меня, я приготовил. Я вот его... это я понимаю. По поводу костей, ты сказала, и я подумал, а чего же нет крупненький, если это приятно? Ну, распробовать, да. Боже, смотри, на эти помидоры, у меня прямо полный рот слюней. Что мы тогда быстрее будем с Маратом готовить? Когда, вернее? А, ты хочешь, чтобы он появился, чтобы быстрее чтобы они уничтожить этой... помидоры? Ну, при чем тут уничтожить? Просто отдегустировать. Ну, хочешь, мы их можем взять. Короче, из запланированного горшочки лежат. Лось у меня есть. Домашний. Это здесь. В ресторане будем готовить 3-1 узбекский, а в субботу приезжает маленькая ляшечка. Так что не переживай. Скоро бахнем эти помидоры под любое блюдо. Вороны, видишь, прилетели мои любимые. А это они улетают? На юг, все. Или наоборот? Ворона же не перелетная птица. Ладно, значит не улетают. Так, и тут филечка готова. А ты вот такими длинненькими или квадратненькими будешь их? Катюша, порционные удобные. Чтоб в рот, да? Так раз и раз, скушал. Раз и в рот, да. Угу. Тихо. Все, сейчас увидишь. Хорош, 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 хорош. Слышь, может засушить его и повесить здесь? О, Сереж, ну у меня тут все висит. Такого еще не было. Да и воздержимся. Скоро увидимся. А ну, давай. Как карася. Или ты только с карасем? Да успокойся. Чистота и порядок. Так, тазик пригодится. Ну что? Сереж, может, сову заведем? Я просто искала статуэтку сову, и мне попались совята. Некоторые люди сов заводят дома. Слушай, а у кого-то в Одессе обезьянка убежала? Не читала новости? Нет, серьезно? Да. Бедные люди. Бедные. Ну, может, найдется. По-любому. Катюня, на вот такие вот кусочки. Ах, какие они красивые уже, ты знаешь. Да. Интересно, это аппетитно. Вкусно? Ты что, ни разу не ела это солома? Ребята, извините, она у меня дикая, да. Сейчас что это вдруг дикая? Там многие сейчас скажут, ты что, так не бывает. Ты меня просто еще не угощал. У нас бабушка раньше вот так вот делает. Угу. Сегодня сделала, на следующий день мы уже кушали. С картошечкой, вареная, да? Картошечка, да. Квашеная капусточка. Это настолько вкусно, он становится беленький. Косточки, когда есть, они на самом деле делают приятно. Понимаешь, так вот раз, и она разделась. Да ты что? Так это еще и закуска мировая. Даже можно вот такими вот кусочками. Ты прям уже вообще решил. Катя, я же готовлю эту заготовку для ресторана. Мы же на выходные будем готовить 3-1, и люди уже придут кушать. Баночки красивые есть.
Так что... Собирайтесь. Люди добрые, да. Из Харькова и отовсюду. Все к нам. На липованские деликатесы. Так, где что? Ножнички. Так. В принципе, я уже не нужна. Мне? Да. После того, как ты меня обломала с Японии? Да. Да. По-любому в Одессе остаешься, правильно? Ага. Там Миланя? Ну, Миланя тоже еще. Говорит, а ну покажите, что вы тут делаете. Смотри, как этот нож по большим костям ездит. Это просто праздник какой-то. Марат, Джан. Ножик шедевр. Миланюшка хочет карасика. Да. Смотри, а? Висюльки, елки-палки. Там этих тумба-юмба. Есть? Я никогда не замечал, из чего у них есть столобы эти платья. Короче, в Африку поедешь. С Японии не выйдешь. Ну, хоть в Африку, елки-палки. Заведешь себе там африканочку. Там за своего примут. Тебя? А что нет? Серьезно? Ну, конечно. Не, у них же там нет-нет, да, белые появляются люди. Альбиносы ты имеешь в виду? Вот, да. Ну, ты не катишь на альбиносы-то. По сравнению с ними, качу. Так. Что я балуюсь вот это вот? Если ножик нормальный. О. Шикарный вид. Я не могу понять. Там баловаться буду. Шо? Не топор. Это вообще неубиваемый. Где ты взял? От слова. Неубиваемый. Марат с Израиля привез. Пацаны передали. Да? Да. Ты смотри, он раздевает любые кости. Так это же специальный нож мясника. Поэтому таким ножом можно и по костям бомбить. Слышь, а Василий Шнейдер Александр осмотрелся? И давай своими гасить. Или это туристы у него там? Да, так что не всеми ножами можно... Так вот бомбить. Есть хрупкие, есть очень твердые. Катюня, надо было вчера у Вани еще брать одного толстолобчика. А я так я и раз... подумала, что ты взял одного? Ты подумал, у тебя денег, как обычно, нет. Так, ладно, что скажи мне, что есть две терки. Вот я уже одну начал потихонечку на эту. Да лук вообще не имеет здесь толщины значения. Главное, чтобы он был. Эх, ты, пригодится. Это с привоза, короче, это... Ну, это прям красиво так режет. Регулируется. Mm. Ты что, хочешь махач устроить цибулин? А тебе немного цибуль? Нет. Я еще одну. Сережа, ты кому это? Вроде свиней нет пока. Я забыл, что это в две стороны рубает. Я тебе просто хочу показать, что красивее. Это шедевр, правильно? Ёшкин ты кот. Ладно, короче, хватит вот эти вот три цибулинки. Тихо. А что я сказал, что лучше сюда цибулю, а не в баночку? Потому что потом, когда ты этого толстолобчика с баночки достаешь, и вот так уже свеженькую цибулиночку, соль, сахар, уксус, ой, чуть-чуть заправил, и вот уже свежемаринованный лучок, вот там будет именно композиция. Тебе надо сегодня в город ехать? Да. Так я сейчас позвоню Ване, пусть он тебе еще одного толстолобчика сохранит, а? Угу. Саламуру уж точно ничего не будет, так что доделаем. Ох, ядреный, ядреный, ядреный. Это просто праздник какой-то. Да видно по твоим глазам. Щиплет.
Так, что? Да, мне кажется, ты много его, да? Набулькал? Да, ну я себе как-то... Как всегда, короче. Ориентировочно говорил? Ничего нового. А, ты прям хочешь поварешечка? Что не взять казанчик? Что на килограмм рыбы? Ориентировочно литр саламура. Танюша, а если бы мы делали в таком тазике, понимаешь? Главное, чтобы покрыло. У тебя же было 4,5 килограмма рыбы. Соответственно, тебе нужно было делать 4, потому что голову и хребет ты забрал. Ох ты грамотная, я удивляюсь. А ты посоветовался, я бы тебе подсказала. Как мы с тобой до сих пор? Нет, лучше как мы с тобой начали, у меня вот это вот больше вопрос. Как мы до сих пор, мне как раз понятно. Как начали? Ага. Короче, еле-еле теплый. Ах ты, зелье приворотное. Я бы взяла бы и вылила бы из края бы. Что вот это стоять играться? Вылишь. Слушай, а карася ты не пробовал засолить? Еще нет. Я считаю, что надо попробовать. Мы его сейчас не солим, мы маринуем. А чем отличается посолить и замариновать? А, я знаю. Посолить без уксуса, замариновать с уксусом. Правильно? Кать, посолить — это просто засолить рыбу и оставить ее там на 2-3 дня, насколько там тебе надо, понимаешь? А замариновать? Вот. Что вот? Ты готовишь, а тут ты не 2-3 дня. Ты готовишь саламур маринад. Слушай, она успокоилась. Баб Катя еще на работе. Баб Катя, соста его, спасите меня, пожалуйста, заберите, не могу, уже сил моих больше нет. Все, опять целую. Что ты мочишь, ёшкин ты кот? Как ты сказала? Так, а ну-ка, давай. Наконец-то. Набулькать. Я же хочу, чтобы там все бубочки туда попали. Все. Тут еще 4 рыбины можно засолить, замариновать. Можно. Сейчас вот это все подгнет и в холодное место. А, еще и подгнет? Обязательно, да. И в холодное место на сутки. Хорошо, Сережа. На полторы. Катюша, это будет так вкусно, ты себе не понимаешь. Даже попробую. Ты просто не понимаешь. Наверное. Так вот, оп, и бубочки еще добавить. Слышь, я знаю, что я сделаю. У меня же по-любому где-то есть. Во. Ха-ха-ха-ха. Так я их сейчас все сюда и верну, поняла? А воду соленую, эту сладкую с уксусом себе оставь. Зачем себе? Мы же приняли с тобой решение еще рыбу замариновать. Да я шучу, под новую рыбу мы сделаем новый маринад. Значит, соль, сахар израсходовали. А ты хочешь, чтобы вообще как это в ресторан не вкладываться, а? Вкладываться, но разумно. Так скажем так, обошлись малой кровью. Ты думаешь, с тобой малой кровью не получится? А что, получилось вкусно? Как рыбаки говорят? Дешевая рыбка, поганая юшка. Вот тебе и все. Так что не жалей. Так, осталось дело какое? Нехитрое. Съесть карася. Придумать что-нибудь. Ба-ба-ба-бам-ба-бам. Та, как раз карася дело такое. Елки ты палки. Что, не влезло? Есть пила? Отпилить надо. Таран-дан-даран, таран-дан-дан, дарай-дай-дай-дай-дай-дай. Крышечка от боксика тебе в помощь, прозрачного. Хорошо. От какого? Большого такого. Есть у тебя большой? Давай плитку у Сереги попросим. Давай. Круто. Сейчас что-то найду, не переживай. Вот то размер еще больше. Ну, можно 2 тарелки, в конце концов, уже. Только не мои. Белые, прозрачные тебе принести. О! Не влезает. Катенька, сделай паузу. Не морочь людям голову, пока я что-нибудь придумаю. Угу. Ну, кот, пока что-нибудь найдешь. Что ты смеешься? Это приблизительно... Что-то похожее. Эти тоже длинные. Погодь. По-моему, уже рыба замариновалась, пока ты тут тарелочки ищешь. Они чистые дома были. Кать, да я на всякий пожарный. Зато помыл.
Наконец-то. Все? О, да. И трехлитровый бутыль сюда надо сверху. Ну, или да не обязательно, просто чтобы она рыба не всплывала, была в саламуре. Угу. Угу. Сади все. Сверху уже тогда. А теперь вот так вот. Не булькай на меня. Тебе же это еще куда-то поставить надо. Катя, прохладное место с такими ночами и здесь отстоит. Так что, друзья, от всей души, с вашим настроением для вас. В эту субботу будем готовить узбекский суп 3 в 1 и пробовать маринованного толстолоба. Маринуйте, и будет вам счастье, правильно? Эх ты, оператор. Короче, друзья, с всей души, с вашим настроением для вас, как обычно, что-то таки готовил. Ну, конечно же, с рыбой. Одесский либон. Всем пока-пока. Чао. Та-да-да, погнали карасика поедим. Обалдеть, ты какого хочешь, я любого. Так ты шо, Катя? Давай, там Костик уже пол карасика съел. А ну дай мне одно ребрышко уже, раз я подошла. Я сама возьму. Я сочная, мягкая, мощная. Смотри, как я умею. Оп. Слышишь, это так и я умею. Липованский, что ты мечешь? Вкусно? Вкусно. Секунду, вот... Это только с карасем можно такое сделать. Что? На вид. А что, ну, вкусно? Прям есть. Именно выжаренный, а внутри сочный, мощный, как замечательный ресторанский лосось, там, тунец, не знаю, что угодно. Угу. Карась. Я могу отключиться уже? Ты что, балда, снимаешь до сих пор? Угу. Ну иди сними икру. О, это шедевр какой-то. Прости ее. Катенька, там столько икры сегодня уродила, что хватит да. И нашим детям, и на всей этой улице. Всем пока-пока. Чао. Я уже говорил, ребята, кушайте карася. Будете и будет здоровы. Настроение, как у меня. Все хорошо. Оператор, я ж совсем забыл. Что? Ребята, пардоньте, просто когда видишь такого карася, отшибает полностью. Ну замариновать-то мы его замариновали. А что с ним дальше делать? Берете вот такие баночки, угу. Спустя сутки полтора, достаете его аккуратненько от лука, отбиваете и по баночкам вот так вот его складываете сюда. А сверху? Засовываете. А потом надо залить его масочком растительным, да, чтобы еле-еле только покрыло верх. Все, и будет стоять месяц, и даже горе не будете знать. А я вместо вот того лука, я же не договорила, даже фишка. Где? Я ж приготовил. Сережа, соберись, вот. Вместо того лука слоями на толстолобчика, перед тем, как залить маслом. Ты уверен, что это не лишнее? Жареный сухой лук, Кать, это будет такое... Ты себе не понимаешь. По-любому я уверен. Ты что, конечно же. Этот уже горечи не даст и придаст именно такую яркую вкуснятину. Эх ты! Даже если у кого-то есть сушеный чесночок. Вот так вот, чисто вот так вот. Как этот Ахалай-Махалай 70 любим делал, помнишь? Старик Хаттабыч, ешкин ты кот. Чуть-чуть присыпал, и будет вам счастье. А вот теперь вроде бы все, да? Друзьяки, такие извиняйте. До новых встреч! Карась, отшибающий случился, да. Чуть не забыл, елки-палки. Я бы ночью проснулся, знаешь, как мне истерика было бы. Ой, что да видео ладно. Не закончил. Рассказал бы в следующем видео. Да я бы думал, что мы ночью бы продолжили. Безусловно. Типа, вставай, одевайся, пошли, у меня к тебе есть разговор недоразговоренный. Так что, друзьяки, еще раз со всей души, с вашим настроением, маринуйте толстолоба. Угу. И будет вам счастье. Всем пока-пока. Чао.